Так, ну и все, нахуй, сейчас начнем. Кебаб, я просто все видел. Че там? Кебаб у тебя хапал? Это ДЦ. Блять, я еще пьяный, походу. У Варфи нету. Да мы сможем выхилить, если ты у тебя хороший. Нардру. Тоже. Подожди, а если бы не так, то кто бы хилил вторым? У нас просто хилов второго не было. Не, ну на первого босса там в любом случае нужно два хила. Даже два там. Ну что вас сложит. Ну, в таком случае точно сложит, если в соло танк. Ну, такого. Ну, как скажешь. Ну, кресты 4 человека. Ну, да, это я сейчас говорю. Да, конечно. Ну, только когда скажете, естественно. Умею. Да я уже давно там. Засекай. Это будет, скорее всего, около часа на ИК. Уже. В другом персонаже есть рыба, но кулинарки в любом случае нет. На другом чаре это типа надо перезайти будет. Можно? Инту. Двигаться без метки будем на червях. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Просто к танку тогда бежим, когда нас надо разморозить, да? Без метки будет. Давайте не обосрёмся.
тихо и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. Кризал Дог Аран. Я зубы дам потом. Вообще свечитесь, РДДшники тоже. Я боб просто кину. Это не, все рано, еще рано, еще. Блять, ладно. Да похуй. Ну, на тебе уже. Пять, четыре, три, два, один. Кризал Дог Аран. Все, в рейнже друг от друга стойте. Да, спину бить. Дай Геру. Геру-то дай. Да. Валок, добежишь? Разморозь Валок. Но он хил второй. Все, ладно. Умер я тут впервые. С огненным дебафом вам нужно будет разбежаться. Разморозьте. Я им ничего не успел сделать. У меня шотного. Отойди лучше чуть-чуть, я не сразу встану. Все, встал. Перед лицом не стойте у нее. А, блять. У нас нет. Да нормально. Может стоит. А, нет, не стоит нормально. Все, читай альянс, ребят, направо сюда подошли все. Сейчас там будет рандомно таргет выбирать, Алмери, для тебя говорю. Нужно будет просто с пути чарджа босса отбежать. Там буквально 5 метров.
Fucking mad. От черепа, просто от черепа отбегайте. Сейчас бурстите. Давайте. Моя любимая, да. Не, это жена Скайсонг. О, да, вот. Так будет правильнее, да. И такое бывает, да. Очень. На колоде. А на кого он? Пиноколада. Да вон туда в череп же летел. Метку смотрите. Я надеюсь, мне можно, блядь, на шамана посох ролить? Слава богу. Нет, нет, блядь, всем все запрещают. Понял. Вообще никто ничего не ролит, все он ролл. Конечно, два сакета пиздатых. О. Ты чё? Там крит-хаст и два сакета, нихуя себе похуй. Ну, надо нам контенте, да, это бис. Если с этой, блядь, если с РБК завезут еще и апострова, то это разъеб. Там очень много кого. Так и будет. А, да? Типа она. Но что-то не заанонсит. Либо с РБК, либо с появлением ИКа 25-ки. Вместе с Майком Грулем, одно из двух. Он в него врезался, не видел. А чё за хуйта падает? Давай распылим. Можно Лема высесть? Вопрос големов будем контролить или убивать? У них есть планы, приручение и плюс шифир. С крестом вы выбегаете из рейда, вы за собой лужу разливаете, череп мы прохиливаем. ДК убежал. Зеленку может прорвать. Он не снимает. А, у нас не у нас ни СО, ни ШП, да? Грустно. Да забей, все нормально. Вот тут ничего получится. Не бежал.
А вроде 4. О, 8. Мне казалось, что 4. 6. Ого. Побежал крест. Даю мастера ур на огонь. Сдаю. ДК убил. Не важно. Да, меня огнем загрызло просто. Я дал мастера ауру и меня убило. Ну там много было, ребят. Да, конечно. Я вон кинул. Да, я сейчас все приеду. Лох убежал. Да, все нормально. Да. Ох, там. И потом. Да, все сильно. Лох. Да он заебал. Ну что ж. Нет. Маш. Нет, там бегает кто-то. Если Дедастрик подчиняет, у него минус скрытая демона. Ну и блять, а я даже беса хуй позвал. Ну, мне, ну да, шо, пиздато. Крит на P5 это на рестора. Я бы на рестор крит на P5 не брал. Не, ну, никто бы не брал, но оно типа под него типа рассчитано. Подошли к щитам альянса все. Сейчас. Угу. Там визуально я тебе еще подскажу. Типа я просто из-за тех постоянно, ну, так как ренегат. Так, у них есть вар, ДК, у них есть маг, Гинзель, Малигас Паладин, это этот, Ретрик, Каифа, Прист, Хил, ну и дерево, у них два, это типа Каифа и Эрин, это два хила, по миликам у них аж 3 милика, не повезло нам. Но в теории не надо первому играть в мага, в теории. Не, заебись на самом деле, очень. Ну похую, давай я. Да, это мягко, да. Да. Грим это ДК.
Да. Вы главное смотрите, минимум АОЕ, ребят. То есть я там еще подстрахую, например, там дам САП, ну, покаяние, если вдруг кто-то к нам побежит. Но вы главное не сбейте эту парашу. Каиф это хил, это ДЦшка. Гензель это маг. Малигас это ретрик. Малигас это ретрик. И ханта да. Нету, и роги нету, да, никого нет. Нам повезло. Может просто если... сразу по хилам сыграть, а потом уже по мелику. Если печенька подойдет близко, мы будем уже обладать, что сука не хилила. То есть мы сначала мага, потом хилов, потом мелик, надеюсь, да? Подожди. Ну или там по ситуации мы посмотрим. А кого фирять постоянно? Лок. Я в курсе. Все, я в курсе, я просто, мне надо было метка. Близко туда изначально мы не подходим, ребят, стойте подальше. Давайте не обосрёмся, пацаны, это будет красивая победа. А, стенка на стенку. Аковы сдал? Лем, диспель, пожалуйста, постоянно звезду, снимай ходки с них. Отбежал. Гера будет? Снять, Митя, конечно. Ну, не законтролили никого. Я умер. Поднимешь меня быстро, пока есть возможность? Бейте глыбу. Все, убежал. Так, по ретрику... Даю покаяние. Блять, сбили. Не могу офигеть. Бля, я встану. Фир даю. Луна не контролится. А, там, наверное, восприимчивость. Там есть какое-то окно. Не-не-не, меня просто ретрик заклевал. А, понял. Катите, да? Ну, меня шотнуло опять просто. Ну, тремя костями. Так вы мага до сих пор не... Ну, это нет, хуйня, мага до сих пор не убили. Да падайте. Что вы говорите? Геру не надо, блядь. Да, тут сдаюсь, проблема в другом. Мы пошли стенка на стенку. Давайте разделим их лучше. Ну, это тоже было очень тупо. А чем плоха стенка на стенку? Мы просто Геру убили мага. Сложнее контролить. Ребят, у вас из всего рейда 2 человека дамажило, что вот все. У вас ДПС нету, что вы это... Ход они снимались, допустим, с целью, которую мы били. Когда на ней контроля не было, я его, блядь, снимал. Коты снимались. Там у Варфи 10 диспелов. Снимались, но пока его не убили. Все, да вы просто не ДПСили по итогу, и все. Ну и стенка на стенку и Геру не дали, но это глупо. Дайте Геру, да. Дают за тебе. Ну, да, я Геру. Дерево я пока жив был, я держал в контроле. Я периодически дал присту контроле. Вы массферы раздавайте, как бы.
Уже поздно. Я проебал уже. Ой, это ты со стороны просто ставьте одного мба и чисто одного милика держи, и все. Ты больше не сможешь держать, а если ты пытаешься двух держать, ты обоих не сдержишь. Вот и все, они в любом случае бегут, и ты просто в милизоне чилишься, блядь. Ну, по 3 секунды одного мба таунтишь, и все. Так ты взял, далеко встал где-нибудь, он с тебя просто стоит на тебе, и все. Справа варс. Тут рушка это хант, дальше идет рога Мадзина. Гаркар это рестер шаман, Эрин, естественно, дерево, Гинзель опять маг и Нарк вар. Ну вот вара возьмешь и убьешь. Да. Нет, ока нет, то есть рушка приор. Потом рогу. Слева Мадзин. Кажется, рогу проще будет контролить и держать поначалу, чем терпеть Гинзель. У меня в таргете можешь взять у паладина. В смысле, вара поделишь? Зачем? Я не понимаю. Ну, если справишься, отвести его, то война. Это, да, рестер шаман. 6. Эрин, дерево. Гензель, это сам Далида, это маг. Если маг в рейде, пожалуйста, проконтрольте его максимально. На фул прям. Жабы, овцы. Косты подсбивать. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Близко не подходите, близко не подходите. Ну вы опять сейчас все пробьете. Ну и где грипп на рушку? Почему рушку не бьем? Где ДК, блядь, лазит? Блядь, ДК, чем ты нахуй занимаешься? Скажи, пожалуйста. Прохиливаю. Фир дал. Где Гера, блядь, опять? Ну, я не понимаю, в чем проблема? Бля, меня просто ебашло кошка ханта. Ты стоишь в центре, не катишь ничего, конечно, тебя убьет, мы заебались. Не, я бегал, блядь, по кругу, блядь, меня вар... Нахуя накинули ку... Нахуя корни накинули, блядь, на мага? Ты 150 тысяч урона налутал, прежде чем умереть. Ты не танк. Ты не должен вообще в центре стоять. Вот ты. Я сейчас. Ребят, пожалуйста, если видите, что на магии контроль, то не надо в него давать, давать какой-либо другой контроль. Да, вообще не надо перебивать. Да. Да, конечно, вы, я не знаю, что вы делаете. ДК хуйню занимается тоже. Блин. Ну вот сейчас, допустим, в фронтах вот они снимались, когда один шаман живой, второй нет. Кубов, ты можешь нормально играть, не? Ты что, охуел? Как дела? Стабилился. Да тут... Можно лебать, это, блядь. Можете, пожалуйста, на Геру команду давать? Я никогда ее без команды не даю, блядь. Да с пула здесь дается Гера, ребят. Мы перед пулом это обговорили. Нам нужно максимально быстро зазергать, блядь, первого моба, пока рейд, блядь. Если, ну, как бы пул был херовый, потому что вы, блядь, ханта не грипнули. Ну тут, да не нужно ему нихуя делать, ему нужно ДПСить, брат, ты... Вот, не... Хочешь я прорелю это? Ну, потому что вы все вот это слушаешь кого-то, тоже хуйню несут люди. Сделайте все ровно и все. Я Кубова послушал, Кубов сильный.
Лиандра Холипау, Гинзель Мак, Барана Косова, Нарок Вар, Ханзор опять Аршам, Каифа Холиприст. Ой, точнее, ДЦшка. Мне ни один милик не ударил за этот бой. Я стоял этот Хан. Лока нету. Лок есть. Где? Подожди. А, Ханзор, простите, я перепутал вас с Рестер этим. Да-да-да, Ханзор это Лок. Ханзор Лок и, блин, тут Мак и Лок и Сова. Хуёво. Теперь максимально. Первый таргет будем выгрипывать с правой стороны. ДК будешь выгрипывать Лока. Ты будешь стоять на своем танке слева. Просто вара затаунтишь, возле выхода будешь стоять с этим варом. Вообще к нам не подходишь, ничего не делаешь. Вот. Все остальные, блядь, к Кубову подошли, вообще не подходят к центру. Единственное, кто побежит туда, это будет ДКшник. Нам этого хватит с головой. Даешь грип. ДК в стокель, да, берешь грип, даешь. После того, как грипанул, сразу окову даешь. В этот момент задается Гера и заливается максимально Лок. Фулл контроль Валок, пожалуй. А, нет, не Валок, давай, кто у нас это? Варфи, да, это у нас Лем. Жабу по этому, по друиду. Это первый. По тебе Алмерия и Фейк, а на вас контроль мага. Фулл контроль на мага. На друидов не дается жаба, потому что у них не устранчивость превращений. Да. Давай тогда... Нахуй вам ромбик бить, это хил, вам нужно кастеров убить. Кастеры сшотают с двух кастов. О чем вы говорите? Там по кресту жаб. Маг шотает, да. Можно без дебафы, пожалуйста, и лапу? Ауру сосредоточения... А, у нас паладин один, да, здесь. Ауру сосредоточения поставь, все, стоит. Дам жалобу по кресту. Там дали свиток престовский. Локи фулл фиры раздаете, макс-фиры тоже раздаете. Видите, кастер кастует, просто фир сдали. Этот, Войд, с той стороны пуляешь. Уходи, к выходу иди. К выходу иди, говорю. К выходу. Блять, ну что? Все, оковы сдал? Оковы сдал, Геру сдали? Все, не подходим туда. Блять, Войд, ну, все, пизде. Оковы сдал? Законтрольте, пожалуйста, мобов. Законтрольте мобов. Фиры раздали. Диспельте с него. Ходки все. Касты отбивайте. Друид кастует, стоит. Повару превращение дайте. Все на мне. По магу, да, играйте, фу. Дал фир. Да. Я тебя просто шотнул опять. Маг нихуево так плюнул. Да. Вот и снимаете, стояли, блядь. Ура, контрольте мобов, они стоят, кастуют просто. Ну, невозможно. Я все свои контроли отдал. Так, не... Ну, блядь. Валок, беги. Снимите глыбу. Сел. Не контролите мобов. Тупо стоит, дерево кастует. Вот же этот совух. ДК, сядь на совуха, на касты. Сейчас хил второй умрет. Сало. Маны нет. Все. Хилы умерли. Нет. Меня шотнули уже. Без миликов сложнее убивать. Жалкое зрелище. Нет, ну у нас милик в рейде стоит, ты его не забираешь из рейда. Ты зачем-то опять влетел в толпу народу, блядь, вместо того, чтобы просто таун дать со стороны.
Но он стоит по рейду, блядь, крутится. Ой, фейк он там разъебал, как минимум. Просто в другом, что ты с самого центра зала врываешься, вместо того, чтобы стать с противоположной стороны от всех, ты должен стоять с противоположной стороны, чтобы они в тебя побежали сразу. Что тебе угодно? Вот, ты на приколе, я не понимаю. Я только что сказал, что тебе сделать надо. Ой. Да, ты возьмешь моба, отведешь, и он не будет ебать на мозги. Нам минус один моб, чтобы его контролировать. Он, сука, в центре комнаты вместе с тобой, со всем остальным рейдом, блять. Мы начали бить мобов, они... Играй, блять, сам, нахуй. Не хочешь слушать советов, блять, ну, нахуй надо. Да, Малитас. Да? Так в смысле не слушай, так ти... Я говорю, ты не видишь, что рейд не предназначен для каких-то моментов? Я тебе говорю, как сделать максимально проще, чтобы вообще не напрягать рейд. Ты вообще делаешь, ну, я понимаю, ты РЛ, я виноват, блядь, что... Ну, как минимум, да, потому что, блядь, ну, смотри, и ладно, смотри. Я просто объясню ситуацию, в чем она произошла. Ты, ладно. Пошли. Между кем? Кружком и Трэп. Ну, Малитас и Ханзор. Ханзок. Все. Малитас. Да, это Редрик. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа.
Долили. Убили. По трактору дал контроль, так что аккуратнее с ним. Уже сняли, понял. Квадрат, дайте контроль, пожалуйста. Диспел? А, нет. Да. Блять. Толстанаму. За контроль Хирогу. Хорошо. Второго хила сразу. Каифа. Без метки. Нет, нам просто повезло с самим сетапом. Слабый был. Пока мы сейчас. Бабу снимите. Есть. Паскуда. Я кинул ролл. И судя по всему, победный. Кибоб, Кубоб, не серчай, просто всем ГП начисли массово и все. Как знаешь. Не-не, у меня нету танка спека и не будет.
Так копии просто должны прожать и все. Главное, дайте пару костов в Вальку, потом копии, бурст и все, и нормально. Да нет. Там, насколько я помню, оно типа накап... Ну, оно будет на том месте, на ком начиналось. То есть, если они прожимают, когда они сорвали агро копии, то они типа пропадают с агролиста. Но как только пропадают копии, у них возвращается все то, что было. Потом я говорю, что с самого начала, чтобы не накапливать это агро, как раз надо прожимать копии, когда бурстишь. Угу. Оно типа как под копиями пишется, что оно там типа где-то есть, но его по итогу нет. Я типа больше полугода играл на Сирусе за мага. Она черная. Подожди, подожди, там отошел АФК. Там Варфия пишет, отошел. Он написал. Он написал это вот буквально только что. Минуту назад. Вопрос, а кибоб это тот же кубоб, который лог, да? Не, ну я на всякий случай спросил. Слушай, а можно будет потом с тобой немного поговорить, кибоб? Спасибо. После рейда, окей. Нет, не с претензиями, наоборот, по поводу лока. У меня просто этот паладин, это мой твин. Я типа насчет лока хотел узнать, потому что мне вынужденно пришлось пересаживаться на лока. Ну, типа, мое покаяние снимали 3 раза подряд. Это что такое дело? У меня минута КД в любом случае, там, что там такое дело? Да, я понимаю. Ну, насколько я помню, в обычке это не совсем. Это если ты сейчас говоришь про ЭВК, потому что в обычке те же таунты работают, а в ЭВК они не работают. Так что тут еще больше ПВЕ, чем ПВП. А это вот уже в ЭВК будет ПВП настоящее. В ЭВК нет. Нет, 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 это они не работали вообще. Если даже говорить про ОФУ, там не работали. Может быть.
Подводите чуть ближе моб боссов, пожалуйста. Потому что вся пачка должна стоять в одном месте. Потому что мне, например, мне пришлось выйти из пачки, чтобы я мог бить боссов. Боссы были слишком далеко. Я вместе с ДК были вне пачки, потому и РДД получали очень много по лицу. Там оно разделяется между всеми. Боссов вплотную чуть ли не на нас ставьте просто. Хантов у нас нет, так что вообще плевать. Да. Они разделяются между всеми. Пал, если есть возможность, можешь тоже просто выбежать на секундочку, словить лишнюю сферку, чтобы не так больно было. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Уже сбили. Это да. Переводим. Может, красноброд сменил. Темные взяли все. Да. Не Против альянса.
заебись. Ну, если типа нужна крит, то она даже лучше на данный момент, чем островная. Если приор крит. Ну, на мага фаера в том числе, кстати. На аркана говно. Отжали он 6 дал. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли цель. Эй, у него удобно. У Бобки Боб. Империю, на кебаб. Кебабстер. Не, у меня вообще, типа, у всех чаров в Нике это какая-то алкашка. Нету. Можно? Ну, альянс, да. СС раскинешь кому-нибудь? Тут Алмерия не была. А еще не все, не все здесь. Доводим босса на ужин. Он по рейду гуляет. Можешь добить, да? Кто-нибудь пал, забери моба. Что? Моба забери. Затаунти моба и танкуй его здесь. Добивайте в моба все. Все, трэш заливайте параллельно.
остаются, остальные к выходу. К выходу умереть. А, ну да, заметку. Вон там, там. Блин, конись можешь. Нормально. Единственное, что маги, не сдавайте здесь глыбы никогда. Я хочу подождать, пока он появится, чтобы не бегать. Так можно, нет? Сейчас разолью тут уже. Беги, беги. Ладно. О, все, там другой таргет. Мобов сильнее заливайте быстрее. Побежал. Эй, череп, череп, череп. Все нормально. Сейчас мобами в мелизону. Фейк. Моб появился. Давайте на уже заведем. Нету. Давай, зайди. А у нас все арканы. Слабые не играют в Т9 на фейерах. Забираем его. Еще одну лужу разлейте быстро рядом. ДК грипанешь на новую, если что. Все, найс. Сейчас упадет. Чем боб? Боб, могу дать боб, если хочешь. Ты рядом? Ну давай. Держи. Все. Ой, ты тоже старайся много потом на экзекутке не лутать, ну, на последней фазе этих дебафов. Там больно. А мы Геру сдавали? Нет, Гера на третью фазу. Берста через 4 минуты. Литл, а чё ты в этом в Африке через СПД играешь? Сколько тебе хосты? Хуйня. Я просто вижу, у тебя косты стрелы тьмы по 2 секунды, ну даже пиздец. Перебей все, короче, сокеты в хосту. И будет тебе счастье. Да, у меня как бы все три спека есть. С собой. Ты лучше в дестрике играй, ну в такой. Катин максимально хорошо, ребят, сейчас. А, бабу скидывает. Все, вот здесь не лутай сейчас лишнего.
Ну да, довольно-таки. Минуту. О, ну как раз он должен там появиться. Ну вот, как раз переводим. Моба залить. Пал, можешь его зафирять, я ему оковы дам. Зафирить? Давай, на эфир. А, уже без смысла. А, ну ладно, ладно. Пал, Все нормально. Все, метки. А танка подними. Блять, только за хил пошел по нему, сори. Я второй. Я подхилил немного, прошу. Я метки попадаю. Блин, меня убили. Да, блин. Я стараюсь. Ебать там на мужика, пацаны. Мне не очень спасибо. Просто. А, да. Хороший. Да, надо. Да. У Элема. Твоя роль. Мы подумали. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Да. Мы в числе избранных. Ух, ебать запы, конечно. Да, пояс такой себе. Не, крафтовый 226 лучше. Угу. Да ладно, ебать, давай. Красивый меч. Чего уж нет. Ну я бы взял, но не особо претендую. Но я, ну... Эй, вот. А нет ни у кого из вас... Ай, ладно, пофиг. Нет, этот свой. Альянсовская тема. А, в бухту есть, отлично. Да, ребята, да. Не обязательно было даже в Террамор, можно было тут... Мы с магом, оказывается, ренегаты, мы можем вас просто всех присумонить. Ну да. Ну вот и все. Медведь, я хотел бы тебе помочь, но, блядь, что-то не получается. Ну и ты зеленый, блядь, я мобам бы хотя бы помог. А я за тобой бегу. Да, вон на миникарте, посмотри. Вон на миникарте можешь навестись, там, типа, есть кружочек логова Аниксия. Это надо было тоже, на самом деле, в этот, в бухту лететь. Во, это ты себе новый спек взял, да? Эти, пояс.
КСВ, ну, в принципе, ну, сойдет. Но он хуже, чем крафтовый, конечно. Но под пивко сойдет, если нет ничего если больше. Надо, бери. Ну, как видишь. ДК, подойди и присумонить будем. Что, дерутся люди? Нет. Теория Лока. Ой, блядь, сколько раз тут людей. Блядь, страшно, страшно. Да, есть. Это не рекаунт, это DevTales. Ну да, DevTales, потому что рекаунт это кусок говна. Скада пишет. Скада пишет, DevTales пишет. Как нахера привязываться к нему, если можно скачать просто нормальный аддон? Как же ты хейдишь рекаунт? Пошли вовнутрь, я шкаф поставлю. Уже тут два человека стоит. Шамана найдешь, еще одного будет вообще идея. Тогда два тремора вообще прекрасно. Блять, а я-то думаю, хрена я в дестрике нихера. Ой, в этом, да, в дестрике нихера не дамажил. А у меня бес на пассиве стоял. А, ну, тоже неплохо. Хорош. Минус овер до хуя крита. Вот, кстати, вот у меня вот такой вот, ну, вскользь вопрос. А к чему вообще привязан урон стрелы хаоса, ребят? Вот, потому что я вот не понимаю. Это... Потому что эта стрела хаоса то хуярит 6000 критом, то долбит у меня почти 15000 критом. И с чем это вообще обусловлено? Жертвенный огонь. Жертвенный огонь. Господи, жертвенный огонь. Всегда висит. Хуй знает. Т4 есть? Крите, это крит. Крит на 8000 и крит на 15000. А, смотри, ну, если это в рейде. Если сейчас хуёво дамажишь, у них просто сапроты в этих мобов. Так оно же сквозь поглощение, сквозь сапроты дает стрела хаоса, ну, разве нет? Да ладно, да, там вроде то ли чистый еще, то ли еще какой-то. А, ну это чистый урон. Я вот к тому и веду, типа, что вообще не понимаю, к чему оно привязано, из-за чего это. Может оно типа к криту привязано, хотя хуй его знает. Ну вот смотри, у меня сейчас... У меня аддон стоит, ну, он показывает урон каждого спелла. Доктор Дэмидж. Разбежка где-то 800 ДПС. Ну, у крита, стрелы хаоса. Угу. Не, блядь, не скажу. У меня типа просто 224 дестрик, и ну типа у меня основной урон это испепеление, прям по фулу, у меня испепеление там по 18 тысяч критует, но при этом стрела хаоса там восьмерку может критовать. И это типа и то в рейде, и я вообще не понимаю, чем это обусловлено. Ну если двух хилов найдешь, я могу локом зайти. Да, кубов говорю, если найдешь кого-то, я вместо приста могу зайти за лок.
Такого ауру коня пускай пал вырубит. Да-да-да, сейчас огонь вырубаю. Ну, вообще, типа, у меня мейн в ГГВП. Да и Кири. Так я недавно пришел только. Я был в Rise from Fire. Вообще недолго, я туда буквально на днях пришел. Пока нет, я же говорю, буквально только-только пришел, там только статики были. Погоди, ты в альянсовском ГГВП? Без понятия, честно. Ну, сейчас оно называется ГГВП или экзот? Или как там? ГГВП. Ну, вот это немного не те ГГВП. Ну, типа шляпа какая-то? Ну, это да, это плагиатная гильдия была. Нет, вот которая сейчас на альянсе, это вот новая. Те сменили название и поменяли, ну, типа... А, XO тут вот эти вот, да, это они? Да-да-да. Всё, понял. Нарди, я так понял. Вот это... Ну, значит, я в ГГВП, который на альянсе. Ну, такое. Но они тоже неплохие ребята. Да, можно в этот зайти на сайт, посмотреть типовые прогресс. А нас? Не, я могу сказать, какие хуёвые максимально. Гильдия Хилс Брат, самая хуёвая гильдия на Орде. Ещё есть. Нет, на Орде есть куда более хуёвые, поверь. Ну, например, Not to Sleep, пока дети спят, там вообще пиздец в вакханалии творится. Короче, из таких малоизвестных, вот не трогай свечу, тоже неплохие, у них хорошие составы. Не всегда в топах. Я вот тоже слышал про них, даже думал, может к ним попробовать зайти. Наша гильда примерно топ-5 идет сейчас. По скорости закрытия всего контента. По ульде 25-ки мы третьи. После как раз таки этих, блин, как их называют, сейчас зайду, вспомню. Да. Да Кубо просто обычно в рейдах молчит всегда. Да пьяный, стопудово просто. Снова хилю, что ли? А, ну да. Нихуя. Поздравляю там, давай. Сотрясение полутал. Сифилис полутал, ёпта. Да, ну, это, короче, Этерналы живы еще, да. ГГВП, Exalted, которые новые. Не трогай свечу, Энхас, Norse Mythology потом. God of Among Gods, еще наши ребята. Ну, я, кстати, живы. Про God of Among Gods вообще слышал, что это дурачки какие-то. Ну, половина сейчас там осталась, но у нас мейн состав оттуда улетел сюда, в Norse Mythology. И кто-то там сейчас что-то делает, наверное. Понял, потому что эти... Да, я... Я про них вообще просто слышал, типа, только не очень хорошие вещи, что они, типа, вообще ни о чёмные ребята. Ну да. Ну, наша основная толпа сюда перебралась вместе со мной в свое время. Это ещё... Да. Да. Не, Изука, он чисто набором занимается. Донт, Рос, я.
Да ну я что, я дурачок, что ли? Я вообще не помню, чтобы у нас кого-то кикали. Ну да. Не, там это, дайси кикнули, ну там пиздец был. Ну да, 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 перекинь нас к танку просто. Ну кому-то ДДшника туда же к нам запихни. Главное, чтобы танк... Магов, не знаю. А умерил ли фрик? Ну ладно. Ну да, там чуть-чуть правее обычно ставят. Там вот как раз есть угол такой. Да. То есть там видишь, там где такой большой выступ, угол. То есть вот туда вот, да, обычно где-то там ставят. Обновите каску, пожалуйста. Обновите, пожалуйста, каску. 5 минут осталось. Кому? Шаману, 5 минут осталось. А, да, держи. Спасибо. А, да, ты же уже все, ты уже не ДДшник. Прости. Скажите-ка, сбери кадр к Геру. Ок. Просто ной. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Семьдесят 5%. Так как переведет, так и взлетит. Она по времени взлетает. Процентах. Здравствуй. Да. И также на процентах она и садится. Вот она все полетела. Ну, садится на 40. Вадьяру. Да, на 65. Большой моб вышел. Вспышка огненной звезды. Отверни от рейда. Угу. Уже? Да. Добивайте большого. Беги. Большого моба долейте, все в него влились. Из-под лица все. Вышка огненной звезды, отбежали от него. Ой, хорошо. Хорошо. Тот из есть. Да стоит, хуёвые тики. Не повезло, мне чисто под лицо. Под фиром. Не надо, забей. Вы так добьете. Окей. В расколов не стойте? Опять под дыхание. Я же говорю, можно было не поднимать даже. Процентов 1 миллион остался.
Только двое мертвы. Сейчас упадет меч, я буду очень-очень недоволен. Упал меч. Упал меч. Ну, это кастерский. Я вот про это и говорю. Упал меч кастерский, который я хотел на лука. Сука. Ну, теперь я заберу его, кубок. ГЦ? Хотя нет, не заберу. Я на роллы, блядь, пиздец невезучий. Ненавижу, блядь, тремор. Работает через шоу, постоянно раз 5 секунд тикает. Блять, проебал я свой фартовый ролл. Мечты, а не сердолики. Нет, там 98 есть, fucking mad. Спасибо за рейд, пацаны. А чё, да, сегодня 25-ка будет? 8 вечера, да, скоро. А можете Долоран поставить, пожалуйста, этот? Пора. Портальчик. Энчантер, разве что. Да, есть энчант. Это для меня. Подожди, у вас есть ЕП за десятки? Нет. Сука. Я аж обрадовался. Больно. До свидания, пойду плакать. Давай. Пиздец. Ранил в самое сердце. У меня, в принципе, есть 18 минут, чтобы выплакаться. Всё, всем спасибо. Боб, ты что-то остался? Да, этот. Так вот, я вообще думал про...